Говорите ли вы друг другу «люблю»? Антон, ты меня любишь? Люблю. Говорим. 3 балла. А ты меня любишь? Антон, не мешай, я прохожу тест. Следующий вопрос. Вы в магазине, и у вас хватает денег только на одну вещь. Туфли вам или туфли ему? Что выберет ваш любимый? Антон, ваш любимый — это кто? Ваш любимый — это я. А почему у него денег только на одну вещь? Антон, что-то случилось? Может, я что-то не знаю? Это тест. Такая ситуация. Мне не нравится такая ситуация. И мне не нравится этот вопрос. Хорошо. Все, я пишу. Выбираем оба варианта. 3 балла. Все? Нет. Следующий вопрос. Кто у вас в семье моет посуду? Антон. Без него женщине тоскливо. 3 буквы посредине У. Что правда, то правда. Муж. Фу ты, блин. Точно. Так. Куда ты собралась? Я к соседу на 5-й этаж ухожу. Ну, наконец-то. Я думал, ты уже никогда не уйдешь. А ну, стоять. Я чемодан верну. А ты о чем подумал?